седьмой серии сериала «Алжир» Ольга узнает, что в лагере сидят бывшие швеи-ткачихи. Она решает создать в лагере швейный цех, где женщинам будет легче работать, чем на заготовке камыша в холодной воде. Новая заключенная немка Ханна Платайт рожает на койке в лагерном лазарете. Новорожденного уносят. Из полуторки выгружают новую партию арестантов. Здесь есть женщины с детьми, совсем молоденькие девушки и старухи. Глотов криком подгоняет старуху, которая плохо передвигается из-за артроза. Он узнает старухе свою мать. Посмотреть очередную серию вы сможете 19 июня.